знаешь, я вот говорю, росла вот с детства, видимо, у нас в семье так было, ну, вот мама говорила, дочь, глянь, какой цветочек, мы в лес ходили часто. Меня в лес брали, ну, я не знаю, наверное, с 4 лет, как спартанцы маленькие. 6 километров мой первый такой проток по лесу без воды. Мы заблудились, у нас воды не было. И родители отдавали нам каждый глоток, вот мы пили с братом. Мы пили этот глоток, я говорю, мама, на водичке. А чай мама любила спросить, капитально, хотели пить, это была катень, считай, да? И Витебская, я не знаю, вот это сладкий чай, здорово. Но мама давала по глоточку, и мы шли дальше. В общем-то, в принципе, мы шли с отцом. И у меня такой отец, и такая мама, и я говорю, отец, мы знали, что мы не заблудимся, мы жизнь не пропадем, что он никогда нас не бросит, чтобы с нами не случилось. Ну, так и произошло в жизни, что вот были трудности, но мы не бросили. Вот, со мной трудности родители были со здоровьем, меня лечили, возили, как нахрен по ночам, по всем, по операциям. И, в принципе, благодаря папиному тому, что он зарабатывал деньги, мне кажется, все состоялось. А сейчас я смотрю, отцы представить можно. Вот, много, да? Вот у вас в классе много вот мамочек? Много, больше да? половины. Вот, больше половины класса. У нас было это нонсенс, если вот папа был со семьей. Это было что-то запредельное, все вымещались там. А сейчас как-то все привыкли. Да? Ну и что я там без папы, там, я без мамы. Все равно ребенку вот нужен родитель второй. И мама, и папа должны быть. Мне вот сейчас как бы я вот рассуждаю, что у меня все хорошо. А я ставлю с людьми, не останавливаю, допустим, не знаю, но все равно вот сейчас ваше поколение может быть более вы будете разумными, даже кого-то отцы попросали, да? Я с Мариной Курзаниной наблюдаю, с детками, с маленькими. Сколько любви ребята отдают молодые папы вот, своим детям. И я что-то вот кто-то говорит, они мне сказали, я не хочу на Курзан ходить, там папа и дети. У меня папы нет, и я не хочу расстраиваться. А я говорю, а ты не предполагаешь, что это папы, которые просили без папы? Ты такой же тоже можешь сказать? Что этот папа любит этого ребенка в порядке, потому что он этого не получил от своего папы. Он родил, привел на свет, помог привезти, да, и бросил. Ну вот, и в принципе я говорю, что ваше поколение, может быть, будет более чутко к семье дальше относиться. Вот глядя на это окружение семьи, то вы за свои семьи будете сохранять по-любому. И выйти на какие-то эти компромиссы. Сейчас очень много людей компромиссов есть. Город какой-то, да? Город какой-то, да? Все гордится, да? Все. Спасибо. Открытые. Открытые. Да, да. Слушайте, какие вы классные, ребят. Я все обалдеваю. Это наша брянская молодежь, чтобы все видели. Вот. Ну, мы не опасны миру, но нас говорят, что мы какие-то русские вот плохие, там, злодеи, я не знаю, ребят, посмотрите, в Америке посмотрите, где угодно посмотрите на нас, да? Ну, гляньте, во всем мире, какие мы русские классные. Не знаю, мы очень хорошие люди. И как бы нас красками черными не замазывали, нас не замазывают. Вот за нами наша победа, вон, смотрите, у нас там стоит легендарный Т-34, вон там. Мы стоим в легендарном сквере в Бежецком районе. И здесь был создан в Бежецком районе первый партизанский отряд во время Великой Отечественной войны. Если дальше пройти по этой улице, по Майской стачке, стоит такой домик, который сейчас там с архитектурой что-то связан. По архитектуре, по-моему, там документы оформляют. И я случайно увидела там такая досочка, такая, это, как она, мемориальная. То есть здесь был во время войны организован первый партизанский отряд. Я вообще в шоке, честно говоря. Немцы вокруг, и вот тут центр Бежецы, да? Такой. И вот прямо у немцев под носом был создан этот штаб партизанского отряда имени Виноградова. Так что вот такие вот у нас классные люди. И мы прямо классные люди. Мы все личности, я считаю, правда? Крутые мы, нехорошие, да? Жалко, что мы вот молодежь уезжает у нас. Все в Питер едут, все в Москву едут. Блин, как хочется, чтобы все тут вот оставались вот такие классные, какие-то позитивные, которые что-то хотят, да? У нас город хороший, каждым днем. Да? Да. И не хочется от него уезжать, правда? Меня как бы судьба заставляет. Вот, меня город, вот, ну, люди на улице любят, там, в ресторан приду петь, любят. А бывает идут, знаете, по улице, жизни такие, да? И куда не сунешься, вот, в творческой своей деятельности, такой, чтобы меня отмечали, почему за эту деятельность. И куда не сунешься, не надо. В общем, двери все брянские закрыты. Только открыто приходи, попой там, а чтобы на этом как-то зарабатывать деньги, как-то реализоваться не получается. И как бы путь мой лежит, конечно, в Москву. Я в Питере была,
Ну, я что-то люблю вот здесь, в Москву. Питер это такой нежный, красивый, петербургский. А Москва что-то вот родная. Вот, ну, она моя, вот Москва, все равно. Я москвичка, наверное, по душе. Вот. И хочется, конечно, мне в Брянске жить и говорить здесь. Но я понимаю, что это, наверное, моя утопия, моя, наверное, мечта. Вот. Дай Бог, чтобы Москва открыла широко мне двери. Сейчас меня приглашают на центральный телеканал, на первый, сниматься в передаче, но я уже задействована в некотором роде в чем-то. И, в принципе, как сказать, ну дай Бог, чтобы был удачный такой хороший старт, чтобы приглашали на шоу хорошего как бы наполнения и хорошего содержания. Чтобы из меня не делали фрика, чтобы не видели во мне какую-то шутику, там, какую-то вообще шута дорожного. А я серьезный человек. Я, говорю, 4 раза прочитала «Войну и мир». Вот, понимаете, я очень много читала в жизни. И этот вот этот эпатажный вид, может, для кого-то кажется, он не эпатажный, он красивый. Я люблю вкус, я люблю цвет, я все люблю, я люблю жизнь. И я хочу, чтобы все люди были смелыми, чтобы не одевались в угоду моде, так как мода диктует. Вы понимаете, заходишь в магазин, висят вот определенный ряд вещей. И вот ощущение, что ты какой-то как бы в зоне такой, что где можно это, а где нельзя это. И вот ты понимаешь, что вот это можно. Вот это можно одевать, и тебя будут принимать, что ты свой, что ты из стаи, как бы, из социума своего, да? Вот. И как бы все уже боятся одеть штаны не те, да? Куртку не ту. Уже дурной тон, да, считается, что о, ты чего попытка. А чего не быть самим собой, да? Вот тебе нравится, вот что-то взял в интернете, заказал, да, допустим. Не такое, как у всех. И я вот, меня приглашали на передачу, я не буду говорить такую, и мы там уже комбинатора говорили. И он, когда мы там собеседовали с ним, да, по телефону там говорили, он так с грустью, я ему пою песню, я там сыграл песню, ставлю песню. Это было 20, какой год? 21 год. 21? Подожди, 20-й, 21-й, накануне 21-го года, да. И он сказал, что Леночка, я тоже недавно был такой, светлое у меня все было красивое. А сейчас, ну как вот, ну человек попадает на работу, уже как бы требует от него платье, если, конечно. У меня была возможность спонтанировать, я предпринимателем была, и в принципе, не знаю, Черкизово, вот, как говорится, это вот мой такой второй дом, как говорится, я ездила за товаром. И, в принципе, мы были такие предприниматели. И я любила эту дорогу до Москвы. И я любила приезжать в Москву, когда только мы еще въезжали в нее, еще горели огни. Часа в 2-3 ночи мы в Москве, сейчас мы были в Москве. Дома волновались, дети волновались, мама там, Леночка, ты доехала, я тут звонила. Я уже МТС снимался, у меня все копейки. В наше время было, оно такое классное, наполненное счастьем. Все силы развития какое-то. Я знала, что я сейчас рыжок сделаю, стану крутая бизнес-леди, там туда-сюда, все у меня получится. Ну, тоже мог предположить, что мы даже подумать об этом не могли. Меня подтверждали, но я смеялась. Что? Много говорю, могу без конца говорить. Вот, ребят, я желаю вам. Вы в каком классе вы живете? Я желаю, чтобы у вас все состоялось, чтобы вы не испугались ни ЕГЭ, чтобы вы помимо ЕГЭ готовились к жизни, и чтобы вы вот, знаете, я о чем жалею, что я вот своих детей воспитывала, я приходила в спортклуб, там куда-то еще мы занимались, да, мы очень много многих спортом занимались, и, в принципе, надо было водить везде детей, пока не маленькие, я делала ставку на спорт. На движение, потому что в школе много детей сидят. И я даже музыкальную школу не отдала, хотя я играю. Художественную школу сына отвела, и я поняла, что он много статики находится, а он мальчик. Мальчикам нельзя так много сидеть. Мальчик должен двигаться, я считаю, надпочечники, вырабатывать гормоны. Если мальчик много сидит, то это не проблема. Поэтому мальчики должны двигаться, мальчики должны заниматься спортом. Вот сейчас построили дворец единоборств, кстати, вот у нас, да? Чтобы дети там бассейн сказали хорошие, прекрасные. Там вообще кто-то сказали, мы как-то позвонили, там очень хорошо. Так что занимайтесь спортом, меньше сидите в интернете, больше развивайтесь физически тоже, да? Не забывайте. Да. И чтобы у вас, вот понимаете, чтобы у вас родилась какая-то идея. Я вот жалею, что я ничего не приводила вот так вот этот аппарат, работы не там не говорила. Почему там дочь, кем ты хочешь быть? Вот посмотри, вот что ты рядом, ты тут работаешь. Ты хочешь быть врачом? Ну, ребенок бы посмотрел, вот ты не был профессию врача, ну, выходя там еще ко мне сидит. А я как-то не ориентировала вот это, может быть, да? Мне казалось, блин, длинно, и потом они сами решают. А я считаю, с детства ты должен прямо вот
понимать, что детство кончится, что ты оденешь какую-то рабочую одежду, чем-то ты станешь. Перестанешь быть вот таким свободным 24 часа в сутки, если ты станешь какой-то механизм, частью большого механизма, ты станешь просто человеком, который будет приносить кому-то своим пользу. И ты должен себя с детства готовить к этому, понимая, твое это или не твое, да? Ну, собственно, мы играем в это, да? Ну да, все мы же играем, да? Идеи, кто в кого, да? Правильно. Кто военный, кто стреляет, бегает там, да? Каждый должен попробовать, чтобы решить, да. Кто он, зачем он. Да, ну должен, я думаю, это вот родители такие патентировали, приводили, приводили. Меня родители, я на журфак хотела, не буду спускать. Мама с папой испугались, что я на насколько добра и проста, что я пропаду в Москве. Меня просто вот так перегонщик в Калимке не пустим в Москву. И я поступила вот, на политех, в этом политех. Я в институт документы подала, в ФИЗМ подала. Посмотрела на то, что не мое опыт, не мое. Педагогические медицинали я буду Валя выступать в деревне, будущей учительницей. И мама с папой он туда отправили, на Балтию учиться, для начала. И вот я училась, и в принципе я уважила папу с мамой. Но я когда столкнулась в жизни,